герои этой программы не расписывались в должностных инструкциях, не давали клятву Гиппократа, не проходили спецподготовку на базах МЧС и в тренировочных лагерях. Они простые люди, которых мы встречаем каждый день и никогда не отличим среди других прохожих или пассажиров метро. И лишь когда наступает момент выбора между жизнью и смертью, отчаянием и надеждой, страхом и осознанием собственного долга, вот тогда узнать их несложно. Это они делают шаг вперед, пока остальные в нерешительности стоят рядом. Сегодня программа «Настоящий герой» в третий раз выходит в эфир Петербургского Пятого канала. Год назад знаком гражданского мужества были награждены Галина Павлова, диспетчер автобусной станции в Сестрорецке, в одиночку спасла жителей горящего дома. Сергей Цветков, хирург-ортопед, в юности лишился ноги. Создал клуб «Надежда», помогающий инвалидам вернуться к полноценной жизни. Игорь Овчаров, ученик 6 класса, вытащил из-под льда свою одноклассницу. Евгений Дубинин, вернул к жизни незнакомого водителя, попавшего в страшную аварию. Галина Клишова, созданная ей община, безвозмездно ухаживает за больными одинокими стариками. Юрий Бадусев поймал на руки 3-летнюю девочку, выпавшую из окна многоэтажного дома. Маргаретта фон дер Борх, гражданка Германии, приехала в Россию и посвятила свою жизнь делу помощи брошенным детям и детям-инвалидам. Для миллионов петербуржцев церемония «Настоящий герой» стала главным телевизионным событием года. Сегодня эту легендарную программу впервые смотрит вся Россия. Федеральный Пятый канал под патронажем губернатора Санкт-Петербурга представляет церемонию вручения знака гражданского мужества «Настоящий герой». Открыл церемонию оркестр телевидения и радио под управлением Станислава Горковенко. За дирижерским пультом Тимур Горковенко. Ведут церемонию Анастасия Вертинская и Николай Фоменко. Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире «Петербург». Я с гордостью произношу эти слова, потому что впервые церемония «Настоящий герой» транслируется на всю нашу страну. Герои сегодняшней программы живут в больших городах и крохотных поселках, удаленных друг от друга на тысячи километров. Многие из них добирались сюда десятки часов. Сегодня мы воздаем им должное. 7 золотых колец, 7 знаков гражданского мужества будут вручены настоящим героям. Говорят, что скрытые резервы человека безграничны. Есть масса примеров, когда человек в экстремальной ситуации совершает невероятное. Но это, как правило, лишь короткий миг предельной концентрации всех внутренних сил. А если такая концентрация требуется ежедневно, ежеминутно? Герой нашей следующей истории – мастер спорта по плаванию и легкой атлетике. Марафонец, спортсмен, за плечами которого десятки прыжков с парашютом. Полеты на дельтаплане. Это сильный и физически крепкий человек. Чего стоили ему спортивные победы? Сергей Бурлаков, город Таганрог, Южный округ. Мальчиком Сережа Бурлаков рос здоровым, крепким. Занимался спортом, играл на аккордеоне. С детства не терпел несправедливости, сестренок в обиду не давал, да и вообще слабых опекал. В армии проблем у Сергея не было. Родители из воинской части только благодарственные письма получали. Последнее пришло перед Новым годом.
большой такой конверт, красиво, деревня есть деревня. Поэтому, когда такой огромный конверт, его принесли уже почти распечатанным. Всем было очень интересно, что это такое, пришло счастье. И там такой красивый бланк, благодарственное письмо за хорошее воспитание сына. Вот, и мы такие счастливые были. И вдруг эта телеграмма: ваш сын в безнадежном состоянии. Я был вызван в приемное отделение. Сказали о том, что доставлен с места аварии пострадавший, подающий признаки жизни. На момент автокатастрофы сержанту Советской армии Сергею Бурлакову оставалось служить 109 дней. Трагедия произошла 8 декабря недалеко от Читы. Армейский УАЗик, потеряв управление, рухнул в обрыв. Когда водитель пришел в себя, то обнаружил, что его пассажир не подает признаков жизни и ушел с места аварии. Утром следующего дня идущие на работу женщины обнаружили разбитую машину и вытащили Сергея. С переломом основания черепа, ушибом головного мозга, многочисленными переломами ребер Сергей пролежал на 40-градусном морозе более 4 часов. Обморожение было глубокое. Руки и ноги, дистальные отделы – это льдышки, в котором стучишь, и звук такой же, как, в общем-то, вот, льда. Вопрос о необходимости ампутации у 20-летнего Сергея Бурлакова и рук, и ног встал на третьи сутки. Врачи опасались, что у больного откажут почки. Тогда смерть. Когда он очнулся и пришел в себя, то он уже как кокон. Перемотаны одни глазки только. Меня он узнал это однозначно, но он еще все время твердил: Оксана. Он как откроет глаза: Оксана, мама, где Оксана? Она его бросила, когда узнала, что с ним такое случилось. А он не хотел не лечиться, не хотел, чтобы его спасали. Мама, как ты не можешь понять, что я не хочу жить? Как ты не можешь это понять? А я ему говорю: и я не хочу. Но мы обязаны жить, потому что у меня еще две девчонки дома меня ждут. Хирург спросил: а хорошее дело мы сделали или нехорошее? На что вот спасли, мы ему спасли жизнь. Мы свое дело сделали, а что дальше? Можете из вас кто-то себя представить в данной ситуации? И какие возникнут у него мысли? Те же, которые у Сергея, он обещал выброситься в окошко. Сказал: выбросишь, только не здесь. Во-первых, первый этаж неудобно. Во-вторых, когда вылечишься, там твои проблемы, куда ты прыгать будешь. Трудно было заставить поверить в себя. Ну, поймите, у человека, у которого нет ни одной конечности, какая перспектива стать инвалидом попрошайки, что он может делать? Как он проживет? А ведь он же умный человек и понимает, что он становится обузой кому-то. Это сейчас у него приспособление много, да, он наловчился уже, то есть это для него уже не проблема вообще. Вот. А тогда для него была вообще все проблема. Он как ребенок, вот заново, все заново, абсолютно. Мы кушали с ложечки. Для него очень важно было отказаться от чужой помощи. Что я вот пусть так, но я сам могу. Ну, давай сам. А потом понемножку, потихонечку, первые движения, первые шаги. Это не шаги, это сразу бег был с препятствиями. Он как убежал, полдня его не было. И когда я пришла, и Сережи не было на месте, я говорю: а где Сергей? А он говорит: пошел вас искать. У меня, конечно, сердце выскочит. Пошел, понимаете? Одно слово только чего стоит. Пришел доктор, который спросил: привет, Айрина. Так, ну что, чем мы будем заниматься на гражданке? Я ему сказал: я буду бегать. На следующий день пришел психиатр. Когда Сергею Бурлакову предложили участвовать в знаменитом нью-йоркском марафоне, он спросил: почему я? И получил ответ:
В мире такого еще никто не делал. Осенью 2003 года марафонская дистанция была преодолена. Впервые 42 километра 195 метров пробежал человек с четырехкратной ампутацией, опередив на финише многих здоровых спортсменов. Имя Бурлакова занесли в Книгу мировых рекордов, а его самого назвали «Человеком планеты». Гордость прямо буквально меня распирала. Я стояла самая счастливая. Вот думаю, ой, моего сына награждают. Это отец говорил, вот таких людей надо награждать, говорит Витька, вот таких. Почему? Потому что мы от них не берем то, что они нам могут дать. Отдать они нам могут силу духа, веру в себя, понимаете, веру в свой народ, в свое отечество. Сам Сергей ни героем, ни тем более инвалидом себя не считает. Обычный человек. Летает на дельтаплане, прыгает с парашютом, стал мастером спорта по легкой атлетике, по плаванию. В августе этого года организовал велопробег «Москва-Таганрог». Протяженность трассы – 1200 километров. Зачем мы это делаем с командой? Да, наверное, для того, чтобы другие, независимо от пола, возраста, люди, кто попал в какую-то, ну, такую сложную ситуацию, посмотрел и сделал лучше, чем мы. Вот, что жизнь не заканчивается, независимо, несмотря ни на что. То, что он побежит по марафону, конечно, я об этом не думал. Разумеется. И то, что на велосипеде он поедет с Москвы до Таганрога, я тоже не думал. То, что на дельтаплане он полетел, я не думал. Не знаю, может, на ракете куда-нибудь полетит еще. Каждый для себя ищет ту формулу выживания. Если не выживание, то формулу дальнейшей жизни. Это человек должен в первую очередь заглянуть в себя, посмотреть, где и как он сможет быть полезен людям. И только тогда люди будут полезны ему, этому человеку. И у него не будет ощущения, что вот эта работа, вот как она надоела. Человек будет идти с радостью как на работу, так и с работы домой, потому что его будут ждать любимые люди дома. Вот. Это же так просто. На сцену приглашается Сергей Бурлаков. Сергей, вот мы сейчас слышали, что вы участвовали в велопробеге «Москва-Таганрог» 1200 километров. А вот вы можете сказать, какие километры были самыми трудными? Последние, естественно. Последние? Да, потому что на тебя смотрит, наверное, вся Россия, родные, близкие. Тысячи камер. И нужно финишировать, и финишировать с достоинством. Вы потрясающий человек, спасибо вам. Да нет, я сам вам. Кольцо настоящего героя Сергея Бурлакова вручает боксер, который не имел на ринге ни одного поражения. Чемпион мира по боксу среди профессионалов, супертяжеловес Николай Валуев. Сказать честно, я стоял, и у меня мурашки по телу. Сергей, вы не просто настоящий герой, вы настоящий человек. И такие люди, как вы, должны служить примером для других, для настоящих мужчин, и не только для мужчин, в принципе, для людей. Мне никогда в жизни не доводилось поздравлять человека, такого, как вы. Я просто горд этим, для меня это честь. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо. На самом деле, я не чувствую себя каким-то героем. Я хочу сказать только одно, что вот те люди, кто выходил сюда, вот вы, ребята, вы настоящие, вы спасаете жизни. Я просто спортсмен, ни больше, ни меньше. Низкий вам поклон, именно вам.
Сергея Бурлакова, настоящего человека, поздравляет Юрий Шевчук и группа ДДТ. Такие люди, как Сергей Бурлаков, это люди духа. На таких ребятах держится мир, вселенная, любовь. Спасибо большое, Сережа, что ты есть. Добра, удачи, счастья, веры. Спасибо. И тебе именно эта песня. Когда идет дождь, когда в глаза свет проходящих мимо машин, и никого нет. На дорожных столбах венки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути, третью жизнь за рулем, три века без сна заливают серым дождем наши сердца. И кажется, все по нулям, кислород и бензин, и с кем-то она. Но все-таки знай, ты не один, ты не один. Ветви старых дорог хлещут тебя по лицу, нас гоняет по свету ветер и рок, золотая листва, полыхая огнем. Вместе с верностью рвется к концу лишь ночной чернозем. Чернозем, а да в небе звезда, ты не один.